Ура! Запись запущена. Продолжаем играть. Блин, я уже забыл, как игра называется. Cult of the Lamb. Давно не заходил. Все, идем сразу, моментально. Неважно, что я говорил в прошлой серии. Может, я говорил в прошлой серии, что пойдем делать что-то интересное. Возможно, ловить рыбу всю серию. Но нет, не настолько. Пойдем драться. Я уже не помню, на самом деле, на чем я остановился. Эмпирический меч. Пойдет. О, да, блин, такие игры нужно каждый день играть. Но я неделю не играл. Так, у нас есть супер крутой перекат, который нас защищает от всего. Поэтому надо смотреть. Оп. Надо смотреть на паттерны атак. На патрики атак. Так, это что такое? Бам! Замечено. Ну, столько лосось. А, точно, у нас же там противник этот. Кальмар какой-то. Жалко, оно не шотает. Блин, меч идеальный. Я лучше долго буду пыхтеть. Но при этом у меня будет и скорость, ну, типа, мобильность, вся фигня. Чем вот молот или топор. Ой. А, что? Наебалово. Я явно не туда целился. А ты умирать собираешься? Что с ним? А, он защищен, типа. Ура. О, карта. Вы можете нанести критический удар. Блин, за тридцатку можно улучшиться. О, блин. Надо прям успеть это сделать. Ну давай. О, вы наносите больше урона. Давай, гоп отношения. Давай картонку. Проклятие. Let's go. Все, надеюсь на плюс мораль. О, бля, ну что-то минус мораль. О, плюс мораль. Пойдет. Ну, мы же только что пожрали. Ладно, ладно. Мы же... Я не знаю, мы просто уже сожрали мороженое. Ну ладно, согласен. Так, блин, я там скелетиков не убил. Не-е-е. И ты давай. А тут все можно прям это. А, тут их можно сломать. Прикольно. Ну, хоть какие-то кости. А то у меня же там уже заканчивались кости, я не мог... Что-то я хотел, у меня какой-то был гиперидеальный план, но у меня просто кости не хватило, и все. Ого. Вот это контратака лютая, конечно. Лютая неприятная. Ура, победа. О, у меня прокачан... Магия прокачан? Мне до 4 могу дойти. О, пойдем за челиком. Челики всегда выгодные. Вы наносите врагам урон, зависящий от количества имеющих картаро. О, идеально! Идеально! Че такое? Так.
А, все-таки их можно сломать. О, норм шмотки. Ого. А это ошметки какие-то, бля. Ошметок. На мясо не похоже. Ладно, seems good. Вот что это такое? А? Что? Блядь, что это? Ебалово какое-то. Ого. Окей, я понял, как это доджить. Блин. Да хватит. Доджи все. Ох. Ох. А-а-а. Ой. Да. Блин, а сейчас же, по идее, нас больше слышат соседи, если мы убрали все. Да, ну надо заставить эти шумоизоляционные штуки. Как они называются? Ну, короче, пену. Пенку для бритья. О, скелеты. Мне так нравится этот 2D-шный визуал. О, босс. Блин, я в прошлый раз обосрался, да? Так, давай бабосики сюда свои. Потом на камушек давай. Два. Знаете, что бы усложнило игру, если были бы вот рейды таких же долбоёбов, как я? Ну, я не долбоёб, в смысле. Охуеть. Он сбил мне эту херню. Точнее, он попал по мне. Ну, ладно. Я могу этой штучкой шотать всех дурачков. Не. Блин, перерыв. Вы призываете щупальца, которые при касании наносят урон врагам при получении удара. Ну давай. То есть, по сути, это как вот это сердце, только бесконечное. Так, я надеюсь, он еще раз появится. Да что это, блядь? Как это работает? Я... Ну, типа, вы видите? Ладно, сейчас получилось. Типа, когда я быстро это сделал, он просто в противоположную сторону начинает херачить. Так, лучше меч берем. Все, финал. Не, не финал. Блин, ну тут как будто секрет... А, не, нифига. Казалось. О, прикол. О! А, они друг друга не взрывают. Так. Чё, босс? Да. Сейчас посмотрим, сколько ему нанесет этот... О! Так мне... О! Ну ладно, я его победю, типа. Да,
Ну я просто... ну карта имба, короче. Карты оказались имбой какой-то. Щупальца вот это еще. Так, капуста, чтоб не было грустно. Ну давай. Покушать не надо. Кстати, выбрал редкие штуки из сундуков. В итоге что? Ноль на счету. Ой, надо его снимать. Ничего и не дали. Так, ну возвращаемся, ладно. А что такое 118? Типа, людей убил? Людишек. Не, зверюшек. Блин, то и то хуёво звучит. Забираю. Так, бам. Бум. Бам. Кто-то сдох? Кто это? Кто ты, воин? Ну ладно. Пусть пока побудет. Так, тогда его кидаем сюда. Забираю, забираю. Так, надо успеть все сделать. Вот этого чего? О, плюс два! Мати. Так, чтобы не забыть, кто ты. Пуки. Так, ну давай, молись. Кто ты? Пощады. Так, Салас. Ну тут легко. Салас. Так, что у тебя тут есть? Последователь игнорирует проповеди отступников. Последователь выздоравливает. Ну, нормально, короче, чел. Тоже молиться будешь. Так, еда. Ну, let's go. А, у меня ничего нет. Так, что у меня тут открылось? Что-то прикольное. Говно. Мясное рагу есть. Вкусная жареная рыба есть. Ну все, хватит сос. Такую вкусняшку, блин. Я бы сам захавал. Так, сюда, сюда. Так, надо тогда сразу вот эти штуки наставить. Вот эти штуки наставить. И вот эти штуки наставить. Есть. Ой, блять, урожай собирать. Я с ума сейчас сойду. Да. Вот это собираем. Ну и погнали, проповедь. Капец, они как будто вот меня неделю не было, они что-то делали тут всю неделю. Остановитесь! Мало? Чё так мало? Так. Максимум. Убедите их в том, что смерть это еще не конец. Ну погнали. Так. Возвращение в землю. Вы получаете доступ к постройке компостное захоронение. Тела умерших последователей превращаются в удобрение. Ой, скорбь об умершем. Вы получаете доступ к постройке могилы с надгробием. Вера увеличится на 2 единицы, когда последователи скорбят у надгробия. Ну, наверное, вот это поприкольней. Скелеты. Смерть. Последователи могут жертвовать вам деньги. Да, у меня не хватит этих ресов, да. Можем тупо вот по кайфу, по на расслабоне. Так, а это что, вы получаете 20 единиц веры, совершив панихиду по своему недавно умершему последователю? Ну, полезная тема. Плюс мы сможем потом забирать
эту верующую тему. Так, Элигос, Попа или Валифор? Возраст 50-55. Членство 34. Блять, ну ты, Элигос, конечно, лох. Попич, он мы еще и жена... Он мой... Попич, мы с ним были вместе. В Попич. Все, а смотри, тут прикольно. Тут они делают чучело, типа умершего чела, и у него на могильке потом, оп, цветочки. Все, о нем помнят. Не съели. Это был этот муляж. Да, вот так вот. Просто так. Так, пим-пам-пим-пум-пум, влечение к веществам. Так, ну не тут, Настюш, пожалуйста. Иди попыть в туалете. Попыть в туалете. Так, ну погнали, чё, ёб твою мать, собирать ягоды. Почему они такие медленные? Эу, какашечки свои вот сюда убрали. Я вам сделал два туалета, вы чё, угораете? Два толчка. Не-не-не, какашечки. Каки-каки-пуки. Добавить последователь. Ну, ёпта, народ, вы чё? Давай, фалос. Давай, кто ещё? Ну, молодых надо. Давай, пуки. Ну и давай. Ну, давай, пана. Всё, тусите тут. И не ломайте мне больше ничего. И, по сути... Можно тогда уменьшать количество. Если у нас 15 челиков, тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть, о, вот эти, бля, зря их починил, можно их ломать. Изменить постройки. Вот эти штуки теперь можно брать спальный мешок, перенести. Спальные мешки можно убрать, по идее. Я лучше еще один вот такой построю домик. Так, ладно, гуглянем, что надо. Какашечки есть. Ага, угу. Ну ладно, пока тогда собираем. Что они там замутили? Куда они? Чего никто не работает? А ну, бля. Быстро. О, отношения надо, да. Так. Ну, какашечки тоже. Не, ну надгробие, которое больше веры дает, оно, по-моему, пополезнее, чем какашечки. Какашек и так много. Весь мир. Тут даже дома из говна. Из говна и палок. Ой, блин, как я устал, хочу любви. Да так, чтоб навек. Ладно, сейчас, короче, ночь тут протусим, все сделаем, продумаем, подеремся еще утром. А, ну сделаем проповедь, подеремся, вот так вот, короче, все продумано, чуть-чутенько. Так, у меня есть тыква, на. Тыква, яква. Да что ты станет? Отношения мы все сделали, все штуки там сделали, ну все good. Блин, а вот у кого... О, подожди, это же идеальная тема, которую я хотел всегда сделать. Это, ну, как с Римской империей. Это что за ублюдки, блядь, появились резко? Съебались? Не.
от шметок. Римская империя. Ну, Римская империя в плане этой. Так, ну потом отправить челиков. Ну, в плане это как называется, блин. Ну, что я хотел попасть в прошлое и начать делать свой мир. Ну, это все хотели 100%. Ну, ты думаешь, как бы ты подействовал в той или иной ситуации? А? Ну, плохо, чё. Надо, получается, больше думать. О, камушки. О, рыбка. Все, челебасы. Ну, держитесь, челебасы. Так, что у нас тут? Миллион дерева? Миллион дерева? Миллион дерева? Миллион дерева! Я все забрал. Здесь покоится попа. О! Ха, найс, прокат. А. Блин, ну пугали. Шатер, это что такое? Место для ночлега, где ваш последователь может отдохнуть со всеми возможными удобствами. Накапливает преданность во время сна, не разваливается. Блин, можно таких пару сделать. Я сейчас вообще обосрался, капец, и думаю, кто там. Ой, сальсу взяла. Хорош, хорош. Вот, хвалю. Ну, молодец. Так. Окей. Давайте теперь построим. О, шатер. А, это меняешь этот. Блин. Ой, там как улички забиты все. О, то есть мы апаем, по сути, обычную палатку. Прикольно. Вы чё? Я им обосрал все. А, ну ладно. Сейчас будут строить сразу. Так, а чё, где у нас надгробия там какие-то? Так, это чаша подношений. А, вот, могила с надгробием. Ну-ка. А это тоже, да, только на могилы. Ну-ка, попробуем. Интересно. Камушки. Так, все, делаем хавчик, делаем исповедь и... Даму. А, и в бой. Точнее, проповедь. Взять. А как же не взять? Проповедь. Блин, там еще кто-то апнулся. Что-то я не помню, кто. Вот кто это был? Показывайся. Не ты, не ты. Бля, ты? Стой. О, сюда, на базу. Так, а кто еще? Кто еще? Быстро. Ты? Так, ну может быть ты хочешь апнуться вот так вот? Воодушевляю. Ладно, тогда забираю. Ну ладно, это им не вредит, поэтому нормально. А вот он. На базу. Так, ну ладно, пойдем. Еда вроде еще есть. Топ. Нет! Пожалуйста, ну блядь, можно уйти? Какой смертоносный молот. Можно я отключу вообще молот в игре? Гига говно. Что это? Это бомбы? Ой, ну,
не мой стайл, просто не мой плейстайл. То есть им надо вот что-то медленно О, кто это? Ягнят, в таких дебрях я еще не встречал. Привет, меня зовут Кланка, а его Боб. Мы идем в гости к своему другу Крысау. Поболтаем, выпьем, сыграем в кости. Будет весело. Все мои приятели знают, что я люблю крупные ставки. Когда мы собирались в прошлый раз, я свою руку проиграл. Ого. Чел. Перед этим еще сказал, руку даю на отсечение, что выиграю. Было смешно, я ее когда-нибудь отыграю. Помяни мое слово. Так только матерью не клянись. В общем, мы пойдем... И ты тоже приходи, когда время будет. Кости — игра для смелых, богатых и дерзких. То есть как раз для таких, как ты. Он. Одинокая хижина. В лесу. Так, туды, туды. Мы пойдем туды. О, блин, интересный чел. Что-то новое. Ну вот, вот она. Я про что и говорил. Просто чел сделал атаку, я пока замахнусь. Пройдет миллион, миллиардов, триллионов лет. Что? Итог лесной настил. Что за место? С одним противником и то, которое АФК. Мне ничего не дают за это. Так, тут нету, да? Вот, есть. И там они для чего-то нужны были, эти обломки. Кому-то отдать. Так, есть противники. До тебя корона принадлежала твоему дружку Крысау, а до него множество других пророков, столь же жалких и никчемных. Болезнь всех научила смирению. Я наслаю на твоих последователей чуму. Ну не на всех же! Да ёб твою мать! Гнидыч. Так, я надеюсь, у меня хватит цветочков, чтобы их всех исцелить. О! Ну погнали. Рыбу. Ой, что то говно, что то. Просто никакой боевой фигни нет. Боевую, плиз. Вы можете не получить урон. Ну, где-то в какой-то теории. Ну, на самом деле, что то говно, что то. Ой, блин, они мне предлагают... Ой, нет, медленно. Конечно, прикольно, но не. Итог кристальная стелла. Все, короче, это последнее, что я прохожу, и потом пойду в первую локацию. Я хочу там побегать. На самом деле, о, можно еще одного. Блин, тут и магазин, и сердце, и драчка, да? О, а тут челика купить можно. Бля, у меня денег нет. Тут челик, а тут еда. Тут челик сразу босс. Го за едой. Мне не варик идти. Потому что у меня оружие фиговое. Ну, для моего плейстайла. Просто не нравится. Ну, вот именно здесь. Может, в каком-нибудь Dark Souls еще бы норм зашло. Но тут оно не против таких быстрых противников. Да. Да. То есть я... А, ну я могу отменять, ладно. Можно отменить. О, я могу просто взять что-то. Семена цветной капусты. Блин, ну, наверное, семена профитней. Ой. Ой, сори. Так, никаких же дебафов это не даст. Так что все нормально.
О! Не смей даже пальцем ее касаться. А что у меня получается? Убедитесь, что Стразик сядет в тюрьму. Я что, так не сделал? О! О, сердечко. Дела сердечные. Так. Пуст. Эти уродцы, конечно. Не. Ладно, конечно, возможно, и норм пушка. Что это? Вы можете восстановить красное сердце или получить эфемерное сердце. Я восстановил? А, мне дали сердце. О, найс. Гуд. Гуд. Да ёпта. Вы мгновенно восполняете запас усердия. Насыщение быстрое. Ну ладно, бо. Будем магией драться. Давай, удачи. Удачи, чел. Ну, с такой ауешной магией, конечно, удобно. Не. На. Ой, ну они и противные, конечно. А! Фу. Да, неплохо отменяется этот. Вообще, все. Кувырком. А, он. Хватит стрелять. Да, восполняется быстро. Короче, прикольная. Оу. Неплохая штука. Этот палец или что это? Коготь. Выглядит красиво. Так, взять когти, у которых скорость больше, но урончика поменьше. Ну, естественно, да. Этот ультра-хейч, этот молоток. А прикиньте, на самом деле, молот имба. Ну, может быть, и имба. Хочу как посмотреть. А, эти штуки я тоже крутить могу. Оу. А, он не станлочится, вот этот. Есть. О, бля, я тебя забыл. Я забыл, что ты делаешь. Не слабая магия, не знаю. Какая-то. Блин, сейчас бы умереть, застряв в камушке. Так, ну-ка.
тихо журчащий фонтан. А, общая. Ну, нафиг надо. Я думал, какое-то специализированное по топе. Блин, вот таких бы боссов пораньше бы. О, еще лучше. Еще лучше. О. Бля. Так, ну топоры и молотки мы точно не берем. Где-то в мире есть чувство тьмы. Чусть меня покоится в чреве огромного существа, и смех разносит по его обиталищу надетую реликвию. Так, молот. Не-не-не-не-не. Выносит в ближнем бою мощный удар, замораживающий задетых врагов. А, это магия. А это тоже молот. 8,2. Ну нет. Го, вот эту штуку лучше. Так, ну вот и босс. Так, это у нас будет призывать взрывчатых штук. What? Ого, очень такие взрывчатые. Бля, я срал. Так, ну он не сложный. Бля, не попал ни одним ударом? Или что? Проводим. Так, ну на шажок ближе. Выбрать маленький подарок. Дерево. Не, легко дерево. Дерево ультра выгодная штука тут. Умирает от старости челик у меня. Ну, пойдем схаваем. Это нормально. Тут, типа, хавать людей. Тут нужно сделать все для своей выгоды. Использовать всех, как тебе нравится. Но я тут не сильно жестко с ними обращаюсь. Тут, я думаю, если тут прям жестко-жестко с ними обращаться, вообще насрать на них, на всех, люто, ты больше выгоды получишь. Не-не-не-не-не. Что такое? Чего вы, блядь? Чего вам не нравится? Быстро. Быстро, чтобы всем нравилось все. Все. Чего, ёпта, уроды? Подожди. Упс. Кто здесь? Кто меня просит что-то? Вера вас слаба, как никогда. Если вы ничего не сделаете, мы начнем уходить один за другим. Вряд ли ваша пока... Эй, ёпта, стой. А хуй так быстро? Вы чё, уроды? Реально уроды? Это, наверное, потому что они заболели, да? Или что? Надо пойти лечить их еще сразу. Довольные такие, блин, проповедь. На базу, бабки. О, так, что-то надо вкачать.
Проклятие некромантов! Вы можете получить новые проклятия. Блин, хочу новые пушки, чтобы прям автоматы были. Не вот это вот все. Так, корона. Так, да, надеюсь, тут вы тоже обрадуетесь. Объясните им, что значит истинное послушание. Так, вера в первородный грех. Вы теряете меньше веры, когда заключаете в тюрьму последователя, не впавшего в инакомыслие. Вы получаете 10 единиц веры каждое утро, когда в тюрьме нет заключенных. О, прикольно. Ну, уго, вот это. Хотя нет, подожди, вот это выглядит лучше. В тюрьме нет заключенных. Так вообще кайф. Все, снегучее. Меня тут расстраивают что-то. Ну, ладно. Валас тяжело заболевает. Ну чё, давай сюда. Эх, хватит жрать, пана. Стой. Мне не было сомнений, что вы ко мне прислушаетесь, как истинный чел. Так, стоять. Сейчас я тебя еще благословлю. Опа, на базу. Хе-хе-хе. Сюда камушек. Опа! В тюрьму. Пошел в тюрьму. Ой, их можно, можно вырыть тело. Так, что у нас там еще? Больные челюки есть. Пики-пуки пока еще не надо. Так, погнали. Пиздос, нету ничего. Так, все, они болеют, окей. Фалос. А ну быстро отправиться лечиться. Так, сюда. 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 Какашечки сюда. Это сюда. Ну, я не ожидал, что после того, как я отправлюсь в один поход, при том еще и выигрышный, что я приду, у меня просто ноль веры. Ну, Гандонус в тюрьме меня, значит, это... Который в тюрьме... Так, убить кальмара, найти реликвию по подсказкам Кдая, найти реликвию по подсказкам Кланека, победить Флинке в кости, победить... Ага. Какие у меня еще задачи есть? О, предметы. А, ну похуй. Вот просьбы. Вернуться в поисках Создо. Так, кости уберем пока. Посетить тропу паломников. Ой, извините. Так, что у нас тут? О, сюда... Ну, нормально. Кукулечки тоже нормально. Так, пойдем собирать все, что можно. Просто ночные приколы. Тоже. Так, это они, ну, поедят, еще нет. Так, тут у нас дерево. Тут у нас камушки. Тут у нас вот эти штуки. А, золотая чаша, золотая. А, о, еще Челдос. Пощады. Так, Хабарим Херабрин. Херабрин. Херобрин. Он будет Херабрином. Все, красавчик. Не зря от дедушки ушел и от бабушки ушел. Так, добыть... Освещать. Ну, пусть освещает.
Так, что у него есть, где переночевать? А, ну да, вот у нас 15 челиков. Базу паук. Так, ну вроде все хорошо. Это есть. О, больше не болеют. О, так вообще по кайфу. Погнали. Сразу сделаем проповедь. Быстро умирают, быстро восстанавливаются. Вот это вот мне не нравится. Дайте им пожить подольше. Драй. Так, вот этого еще надо. Перевоспитали. Блин, еще день перевоспитывать. Что такое? На тебя. Благословляю тебя. Кара-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ну все вроде, да? Ну что можно, например, еще сделать? Давайте кого-нибудь отправим. Так, вот, например. Давайте отправим за бревнами. Все, чел, красавчик. Шел отсюда. Давайте вот этого, например, отправим за 84. О, 90 за мясом. Все, молодец. Так, а ты чё у нас? Благословляю тебя. Забираю у тебя деньги. И отправляю лечиться. Так, ты у меня какой-то тут вообще хороший чел. Я тебя благословляю. Ну все, ладно, хватит тебе. Оп, кто там что хочет? Этот возмутительный сразик опять ведет двойную игру. Мне кажется, пора разобраться с этим, раз и навсегда совершить жертвоприношение. Стразик. Ну ладно, го. Я могу его, да? Жертву принести. Вы приносите последователя в жертву, чтобы стать сильнее, а также открыть новые способности. Ну чё, Стразич? Ты тут? Я же не отправил его, да? Писька, зипар. Вот, Стразик. Плюс 60. Ох, ебать, копать. Ну ладно, плюс мораль, чё. Блин, вообще сильная штука, реально. Вообще выглядит сильным. Так, акулечка. Акулечка. Ну все. Так, вот, ты как раз мне должен что-то сделать. Вы сделали все, что могли. Пусть предатели знают, что пощады не будет. Так, а если я тебя благословлю, плюс заберу у тебя деньги, плюс порадую подарочком. Давай большой подарок. Крестик. О, все, ты качали муры. Симс Гудислав. О, найс. Ну что, тогда все хорошо. Тогда мы на этом и остановимся, сделаем сохранение. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Ну вот вообще продуктивные 50 минут вышли для игры. Ничего лишнего не сделал, нормально прокачались. Победили двух боссов. Всем ба-ба.